Hey guys, I'm Shimki, мы продолжаем проводить игру под названием Have a Nice Dead. Я, как я и говорил, я думал, что это Metroidvania. Но это не Metroidvania. Ого. Конечно, она восстанавливается быстро, это хорошо. О! Сейчас посмотрим, сколько мне дадут. Мало. Отдел кадров ТОша, хранилище заклинаний, эссенция. Давай ТОша отдел. На самом деле, если смотреть, сколько мы с вами прошли, то всего лишь 22 минуты мы играем. Да, сколько можно... Перебивай, ты хотя бы до конца послушай, хотя кого я? Нет, 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 извини уж, мистер компьютерный гений, это серьезно, слушать невозможно. Окей, о нем спроектировано так, чтобы восстанавливать здоровье, допустим, но ты же мне толкуешь, что они еще и тайники открывают? По-моему, кого-то стикер вместо мозгов. Да ради смерти Джерри, дед аниме с самого начала занимались. Мы с ним работали над новой функцией. Уже, наверное, я лучше знаю. И как? А, конечно. Кто бы сомневался, давим авторитетом от твоих рассказней про тайники. Уж, наверное, меньше надо Форт Боярд смотреть. Так, тайная комната, подожди. Тайную комнату. В тайной комнате можно найти редкие и очень ценные вещи, призмы, повышающие запас здоровья и маны. И много другое. Повышение помещения как следует. Прошерстите помещение как следует и постарайтесь отыскать все. И держите ухо востро. Чтобы обнаружить тайную комнату, придется использовать голубые и золотую анему. А как я это должен? Я должен только это услышать? Понятно. Не, вот это на самом деле техника прикольная. То, что она независимо атакует противника. Просто я должен... Как я должен понять, где секрет? Оно, кстати, отхиливает не так уж много, на самом деле. Так, пара целомолн. Так, здесь этой пилюли преобразуют недостаточки здоровья в раны, которые можно вылечить с помощью голубой анемы. Рискованно для рецептурного препарата, но для... Что делать, если в радиусе поражения косы нет ни одного другого профилактического средства? Жжется, значит работает. Именно такой слоган для парацетамона предложен Престин Крузи, служивший когда-то скорбью зонтропонов. Враги. Бензиноид. Эти колоссы, покрыты какой-то гадостью, выделяются среди клякс, так же, как призраки-боссы. Среди обычных призраков, однако, Гудрун считается, что они ничего не отличаются от остальных сотрудников отдела загрязнения окружающей среды. Я тут начальник, и делегировать я ничем никому не собираюсь. Бабах.
Сотрудники отдела логистики стараются избегать визитов в отдел загрязнения окружающей среды, и причины вполне очевидны. Бабахи ответственны за транспортировку большой опасности видов топлива. Отличаются крайне неуклюжестью, скорее всего, из-за них произошло последнее утечка газа. Вот, видите, я только играю 24 минуты, если так смотреть, поэтому. Улучшить это заклинание до первого уровня. Ну ладно. Ох, все в проклятиях. Заклинание урон плюс 4. Коса 10% урона. То есть плюс 1 урон. Плащ шанс срабатывания. Так, осторожно к этому коса. Ну да, плюс 1 урон, найс просто. А смысл? Ну, давай попробуем, хорошо. Урон 10. Трансфера. Наносит дополнительный урон после рывка. Так. Ноги подкашиваются. Каждый рывок поглощает 10-3 с маны. А если маны не будет? Инверсия. Так, конвала плюс вампиризм. Коновала. Вампиризм. Сейчас наименее урон залечивает раны. Коновары телепортируются и колют. Ну, хотя посмотрим, что это за коновары. Так, хранящее заклинание. Опасный этаж. Кабинет смерти. Джера Зузу. Ту-ту-ту-ту. Ура, сенсей. Ага, это и есть Зузу. Деталям. Ух, одно хп. Живем. Так. Враги. Зузу.
Мутировавшая радиоактивная бочка, когда-то эта бочка была вполне обыкновенной. В те времена, еще до мутации, она была закоплена глубоко под землей. А внутри хранители радиоактивные отходы с невообразимым уровнем токсичности. После снижения ободку бочки было выгравлено серийный номер ЗУЗУ. Но какой-то шутник вооружился пермоментным маркером, превратив эту надпись в уже вполне однозначную ЗУЗУ. Убить этих смертодержеров. 5 штук. Рывок. Время восстанавливается. -2.5. Шанс, что сработает критический урон. Карта больше недоступна. Швырки мечут взрывающие снаряды. Рад или не рад помочь директорам? И без разницы. Надо где-то ХП найти. Снаряжение, отдел инвестиций, призмиум эссенции. Кабинет, насыщенный маной. Ура! Лечение. Так, максимум маны. Вау, то есть я сюда пришел ради маны. Теперь понятно. Понятно. Анимом. Снаряжение. Кабинет, повышающий витальность. Анимом. Кабинетов много, и я не понимаю, куда мне идти. Мне главное ХП сейчас восстановить. Золотишко есть. Так вы надоели. Максимум ХП, дайте мне отхил. Нужно будет ХП на ХП потратиться. Братцы, детали. Забраться, подожди, я получил.
вроде бы что-то получил. Ладно. ХПшка, ура! Так и не понял, как находить секретки. Мастерская, магазин. Давай в мастерскую пойдем. Скорее всего, я смогу улучшить что-то. О, нифига, оно выглядит. Орвел. Ух ты, очень рад видеть, босс. Вот это сюрприз. Помните, когда вы были видели в последний раз, это было еще ребенком, а вы ВМ. Ну ладно, лучше про работу. В общем, скорби что-то распространилось, но зато я тут кое-что придумал специально для вас. Только моргнешь из средства производства все захмахи. Выковайте косы нефритовые. Так, подожди, то же самое, да, по урону? Так, двойной большой лезвие, водовой больше веселья. На чужих похоронах. Вероятность 100% накладывания эффекта, страховка от несчастных случаев. Так, пробуждение коса. Плюс 10 урона за каждую равновидность оружия. Летящая коса. Не понимаю. За призму? Даже так у меня же нету призмы. Мастерская. Мастерская трансформация. В ложную призму можно трансформировать косу. Может, тут что-то новое есть? Это все было. Сотрудники. Так, Орвилл. Орвилл, младший координатор исследований и разработки. Орвилл, сотрудник, заслуживший изначально ему поручение уходить по пятам за двоюродным дедушкой Джейкобом и перенимать у него секреты древнего кузнечного дела. В это предприятие не увенчалось успехом, юный зачарованный котелок так и не разобрался, как пользоваться оборудованием. Зато коллеги то и дело шпыняли его. Ты учиться пришел или как? То и дело ворчал на его Джейкоб. Мне бы хотелось понять, чтобы что-нибудь... Повелитель, с возвращением. Вы как раз вовремя. Жду вашего указания, я уже вооружился в вас как следует. Скорби, мне не указ. Я подчиняюсь только вам, мой повелитель. Так, атака. Атака. Огненный шар плюс 35 будет пламя, да? Ну, за эссенцию, понятное дело, нужно улучшать. Еще улучшить. Интересно, оно только на один раз улучшается или навсегда? Таким сокровищем, как ждут, можно победить повелителя. Мастерская. За эссенцию и призм можно приобрести улучшение для оружия. Улучшение оружия сильнее обычного. Кабинет скорби. Дрон. Да, так у меня хп нету, это плохо. Ну, хотя ладно, хп более-менее. Главное понять атаки противника до того, как он начнет меня атаковать. Мистер Гордон Гудрон. Ты мне переговоры сорвал, меня это так добровольно просто тошнит. Я хотел бы обсудить выбранную тобой стратегию разорения мира смертных. У меня в отделе помойка.
Гудрон, ты... Мистер Гудрон, ваш жалкий ты скелетик. Воу. Все, меня убили. Вы выгорели дотла. Запуск. Как бы узнать, сколько я вообще прошел? Так, значит, я игру с базовым запасом аниме, она всегда открывает заклятия типа кровотечения, могут проявляться комнаты передышки. Ага. А я откуда это буду начинать, интересно? Мир детали, новый предмет электромайзер. Так, сотрудники. Смерть. Смерть. Директор один из основных ЗАО смертных существ, известный как Смерть. Он был создан из абсолютной пустоты, но заранее времен. Кое-кто утверждает, что эта роль лучше подошла бы женщине, однако Смерть предпочитает индивидуировать себя как мужчину в соответствии с закрепившимся популярным культурой образом. Профессиональный путь Смерти начался с скромного семейного бизнеса. Смерть тихо, мирно забирала одну душу за другой, как того требовали древние обычаи. Да, то было золотое время, когда Смерть и не задумывалась об абортах или привлечении порядка. Убить время. 1R, что такое значит? Джейкоб. Джейкоб, технический директор кузнеца Субодрядчик. На заре времени Смерть в состоянии выковала и зачаровала знаменитую косу, странную по миру. Как-то Смерть повстречал Джейкобса чудовищных размеров, горн наполнен лавой. Джейкобс принял приглашение Смерти выпить по стаканчику, и новознакомцы принялись раскладывать карты. Джейкоб был счастлив. Он думал, что уже никогда не встретит еще одного любителя тысячи сказаний о тысячи колец. Так, ладно. Вопрос. Коса изначально. Всерьез? А тут что, нельзя это прокачивать все дело? В кабине директора детали. Так, кабинет директора. Последняя дверь, так сотрудники ЗАО Смерти называют между собой кабинет директора, несмотря на бесчисленные требования, которые должны соответствовать душе клиентов, чтобы рассчитать на принятую Смерть. Итоговое решение по какой-то случаю принимает лично Смерть. Он одобряет заявление на вечные муки. Заверяет решение закладчика, печатает и негромко произнося некие короткие и торжественные фразы. Знает которые только он и он один. Правда, в последнее время это действие превратилось в кровавую рутину. Узкому кругу доверенных лиц позволено посещать кабинет директора совершенно свободно, без предварительного соглашения. В какой-то момент Джо понял, что тратит слишком много времени на утренний разговор с Джослином. И спросил начальника, нельзя ли выделить ему уголок кабинета под статические инструменты. Смерть согласилась. Ему уже очень давно плевало на все формальности. Его ничуть не заботили даже то, что в его святой земле чувствуется как себя как дома какая-то тажорка тыква. Понятненько. Воссоединить холодильник в этой комнате.
кабине директора. Это первая попытка, да? Пип. Босс, ой, босс, как я рада вас видеть. Вижу и Чудбули с вами. Какой же он милашка. А вы знаете, что Чудбули записывается за вас? Все важно, просто нажмите Escape и готово. Он такой лапочка, но если честно, меня от него пугает. Тыква. Тыква. А, стажерка административного отдела Ква стала поклониться смерти еще в детстве. Ее комната в родительском доме была сплошно увешана постерами с основателя Зао Смерти. Самый расцвет его сил и могущества. Также там хранилась целая коллекция всевозможных мерча, от распространенного до редчайших вещиц из лимитированной коллекции. Ты, Ква, закончила высшую школу управления по смертным показателям потребления в ШУППП и всегда мечтала о стажировании в Зао Смерти. Благодаря своей целеустремленности не будет скрывать настойчивости. Сегодня Ква занимает место личной помощницы смерти. День, когда она получила приглашение в Зао Смерти, стал вторым самым счастливым днем ее существования. Так, уровень. Могут появляться комнаты. Так, начать игру с базовым. Так, ага. Навсегда открывает заклятие типа кровотечения. Могут появляться комнаты. Передышки. Открывается лифт, который доставит вас прямо к Бреду. На пост охраны. Ага, вот о чем я и говорил. Навсегда открывает заклятие с эффекта. Периодически. Начни игру с сменой проклятия. Есть ли шанс получить скидку в магазине? Самый эгоистичный и склонный к манипуляциям. Смертинджер. Снова на рабочем месте. Урон получаемый слитком. На 5% увеличит шанс получения улучшения оружия. В садах Зао Смерть появляется фрукт, оказывающий нежелательное воздействие на тыкву. Навсегда открывает заклятие типа перемирия. Начни игру с золотой анема. Открывает лифт, который доставляет вас прямо к кабинету Гудрона или Вальда. Короче говоря, здесь у нас два босса. Типа разные. 20% получаем слитку, начните игру с тремя семенами проклятия. Навсегда открывает заклятие типа вампиризм. Открывает лифт, который доставляет вас прямо к кабинету Кряка или Макс Каска. Короче, это еще второй лифт. 30% получение слитка, открывает лифт, который доставляет вас прямо к кабинету майора или Момо. Навсегда открывает заклинание эффекта загадочных, начиная игру с пятью сменами проклятий. Короче говоря, раз, два, три, четыре. Короче говоря, четыре этажа. Этот и еще три, если верить. К оружию. Это разновидности, как я понимаю, оружия, да? То, что я брал, что я еще не брал. Это обычно есть легендарки. А это, как я понимаю, проклятие. Слушай, 10 страниц. 9, 11, 11. Ни хрена себе. Сколько, сколько? 84 таких. 84, 72, 79. Лол. Джо. Босс, доброе утро или вечер. Ага, неважно. Скорби совсем отбились от руки, цели показатели выросли до небес. Обойдемся без подробностей, если у вас лишние пары слиток не найдется. Так давайте уже шевелиться, я уже не вечный. А да, как ваши дела, как родные, как вообще? О! Копьем. Образец с изяществом. Убить врагов. Подожди, это задание, за которое я получил? Что? Куплено. А, я это могу покупать. Типа, если я... Подожди, я убил противников. Зачем? 40%. Эти когти произведены тени подобной молнии. Типа, если я прокачу, то я получаю скидочку. Ага.
А в чем прикол? 80, 40, 60, 80. Типа, купи сейчас и все окей. Нет, мало их. Ух ты, тьмы. Кружите жаль, уберите из дороги кого угодно. Клеймор ханимахом ускоряет список сотрудников вдвое. Когти сумрака. Еще трех глубин мрака возникает когти. Взрыв слегка дает горе, но зато отправляет все. А, подожди, тут можно... Так, перекусы. Кто не любит хрустящую корочку, дает 25 к максимуму за хп, но только если вы убьете скорбь. Или смертоджера меньше, чем за 10 минут. Любым напиток, зомби. 10, плюс 10 на 10 минут. Отличное средство от головы, 99 к максимуму запас маны, пока вы не получаете удар. Это не Марк потерял. Остальная длань. Скидка 75%, исцеляющие предметы, вино проклятых. Витамины Атар. Черствые корочки от пиццы. Сочные потрошки. Малость слизкие, но сытные. В течение 10 минут при поглощении анима с вероятностью 9%... Не. Гмо-курица. Генетически модифицированный продукт для генетических модифицирующих душ. Постепенно исцеляет на 5 минут. Тираморт. Потусторонний ядовитый... Удовольствие, 3-5 скорости. Ланбокс тыквы. В любом случае от вашей стрижки. Липкий ананас. На вкус в точности как антисептик для рук. Сахаром. Бонус 50% к урону до тех пор, пока вы не примените любую анему. Со вкусом буйств. Дает 50 хп и 50 защиты, пока вы не убьете Мерджера. Кстати, неплохая вещь. Клаб сэндвич. Панели. Многослойный сэндвич со вкусом цемента и гипсокартона. Плащ наносит 50 урона, дает 150 скорости восстановления маны, пока вы не убьете врага косой. Перекусы. Так. Положите конец забастовке. Ого. Перед прохождением вы сможете выбрать из большого числа вариантов косы. А, расширенный гардероб. 2500, нихера себе. Убить Барбари Гардотропа. Увеличит максимальное ее число, прячущиеся контракты. Увеличит максимальное число принятых контрактов. Пройти игру один раз, два, три. Снаряжение. Коготь тьмы. Эти когти порезали тебе вот это молнии. Ладно, куплю. Так, взрыв. Слегка дает гарью, но зато отправляет всех вокруг в полет. Ядовитый подарок. Поташнивает, начиная уже при одном взгляде. Спичка. Только не вздумайте потом командовать. Читбуль, спичка. Плохо кончится. Заклят и бумеранг. Улетает и возвращается, но вам карма не страшна. Или по весу убить врагов огненными стрелами. О-о-о. Парири. Барьер у судьбы. Этот клинок очень любит дуэли и споры, а также барьеровать это чудные удары. Злой кусака. Чарли очень любит вырывание сердца вашим врагам, замечательный друг. Мертоносица. Экспериментальный рост мышцы гарантирует определенный подобный эффект. Звездный нумб. Горящая звезда так и кружится. Вжух, резак. Сейчас вылетит птичка. Кинжал под лица. Кинжал под ребро вообще самая приятная вещь, но получится нож в спину очень-то не гораздо больно. Железная рука. Правьте железной рукой. В железной перчатке. Электронный ямор. Шоковая терапия для коллег. Жертвам. Создание
лечащий предмет, она наносит последнему урона. Самодельная ракета. Взрывоопасность ракеты для тех, кто уже час торчит у принтера. Это, как я понял, скорее всего, отсылок, ну, намек на то, что если я не хочу... Ну, финальным будет, скорее, босс, это принтер. Пчелы. Крайне надоели в основу экосистемы. Камнепад. Тайный прием бренда дешево и сердито. Владислав. Вампирская магия поможет обрести спокойную и ценное здоровье. Вы выгнут. Невероятно злознованный царь кошмаров. Острый луч. Чудесные лучи света, обретающие форму дождя стрелы по дороге в землю. Морозка. На поле боя распускаются смертоносные ледяные кораллы. Ганглион X4. Знакомьтесь. Пружинят и больше, и больно жалят. Взгляд в бездну. В такие бытия открывается разрыв все еще... промах возможностей. Вампир с зарядком. Треневые кривые оплачиваются за этот разряд, статическое электричество. Аэросплав. Самый лучший способ справиться с большим проблемой — кинуть ее туда подальше. Ископаемая. Энергия заражается на глубоких 2 метрах. Приступ ненависти. Заклинание насытающее сумасшедшему прожарливанию. Луч покаяния. Мощный лазер. Дополнительное проклятие. Железный зверь. Верный товарищ подарит вам когти и клыки и стали. Гнев небес. Молния бьет так быстро, что и не понять, с неба и земли или наоборот. Селенит. Острый тяжелый вихрь, благодаря которому мощность боевых способностей взлетит до луны. Погибнуть 15 раз. Ну, короче, понятно. Ну, из этого я не вижу смысла что-либо покупать. Возможно, кстати, это купить. Получится эссенция. Ну, типа, эссенцию мы по-любому соберем, я думаю. Так, менеджер и аттестация. Каждый раз, когда вы выполняете обход компании, то получите разные бонусы в зависимости от результатов. Бонуса можно увидеть на листе аттестации в конце игры. Через жу зарабатывать драгоценные слитки можно вложить в новое оружие, расположенное для магазина закуски, для холодильника, в комнату отдыха. И даже выторговать у Джонса контракты пожирнее. А еще много закаляющая выгода сделка, выполняя определенные условия, указанные в меню. И видеть цену на товар со скидкой. Славный парень — это Джон. Джо, офисный администратор. Вот что будет, если перепить кофейка. Крепость упрямого Джо, кофейка такого, что однажды он едва не задохнулся. Хотя сейчас, так говорят, причиной послужили не кофеек, а кус сахара, который он так любит в него макать. Поскольку Джо давно потерял способность удерживать концентрацию дольше секунды, он совершенно случайно переступил кусок сахара с просроченным на 3 года бульонным кубиком. По сравнению с мистером Гудроном, мы звезд неба не хватаем. Ничего лично, господин директор, я лишь констатирую факт. Надо будет обновить текст рассылки для сотрудников с учетом последних проектов мистера Гудрона. Стоп, что за... Сюрприз, господин директор, рад вам сообщить, что на этот работы над развивающей изобразительной последовательностью. Так, идем. А Мюр предоставил какую-нибудь информацию о своей работе? Ах, да, конечно, господин директор. На этот раз ее тема... тяжесть труда? Судя по всему, ее вдохновение вошло в выгорание. Чем выше сложение, тем больше эпичных и показательных становится ее старение, и этой серии срыв. Обратите внимание на контакт между богатством скульптурного алтаря и простарой этого наспех нацарапанного стикера. Очаровательный. Так, серия срыв. После каждого успешного прохождения игры вам предложат повысить уровень сложности. Предложение оформлено в использовании работы Мируэль Благочестивый, художник, который вы оказали спонсору поддержку. Уровень сложности можно оценить по показанию срыва. Избежный срыв – это базовая сложность, срыв 1 уже сложнее и так далее. Как вы понимаете, срыв
15. Задача для самых искусственных сотрудников. Понадобится по-настоящему нездоровый энтузиазм. Без паники. Вы можете выбрать самореализацию, легкий режим, чтобы у вас были шансы передохнуть. Так, черную обычно оденем в стенах зала смерть. Повсюду царит хаос, и вы исправите себя, когда это отпустим. Самореализация. Так, похоже, вас ждет рабочий день. Все такие милые, даже похвально ваш галстук с животными. В начале забеги ваш шаман у вас плюс 3 аниума. Восстановление 75 максимум хп. В комнате отдыха после того, как будет побежден скорби. Скорби минус 20 хп. Смертоджор минус 25. Сотрудники младшего звена минус 25 урона. Аниума восстанавливает больше здоровья с каждой смертью. Короче, это знаете, как мы Хадес сыграли, помните? Там такая же херня была. Ну ладно. Так, ну что, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Как вы на это смотрите? Поэтому всем спасибо за просмотр, ставь лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.